Алло? Джейсон, я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов? Иди к ней. Кто она? Цитра. Лидер нашего народа. Она приведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. И во что я вляпался? Да, всем привет, с вами 5x74. Появилось новое задание. Теперь это, наверное, уже главный из главных всех повстанцев. Какая-то цитра, которую надо посетить, которая нам даст силу. Где она? Где это задание? Сейчас окажется где-то... А, вот. Ёпрсте. Так, ну я сначала хотел попробовать выполнить какое-нибудь задание испытания ракет. Вот здесь, наверное. Заодно попробую грохнуть пару тигров. Мне там кое-что надо улучшить. Так, наверное, прыгнуть сюда, потом доберусь сюда, потом уже поедем сюда. Так что пока прервемся. Встретимся после моих испытаний всяких и охоты. Тигра убил. Усиленный патронтаж. Патронтаж получил. Золотого тигра, нифига себе. Да, найти бы его еще. Ну еще прытки оказался, я у него, наверное, патрона 4 из СВД. Так, ладно, теперь на испытание ракет. Так, что нам тут предлагают? Опять убить как можно больше врагов из предоставленного оружия. Посмотрим, какое оружие на этот раз будет. Ну, на этот раз ТМП или что? Вон там! Гранаты есть? Есть. Где тут время-то, блин? Ух ты, ёпрсата. Черт, блин, не успел вылечиться. Так быстро все это. Вроде уже все воткнул пилюлю. А. И кажется, не успел дойти по моим кровеносным сосудам. Дать команду в мозг, что мол, вставай, дерись, как мужик. Тормоза какие-то пошли. А это что такое? Ну, открывайся же! Что-то горит, а ничего не вижу. Жру. Так, залез-ка я в дом. Здорово.
Вот мне, а тебе. Ловите, блин. Ой-ой-ой. Это влажно было. Сундуки здесь, видимо, не высвечиваются. Ой-ой-ой-ушки! Да что такое, блин, застрял? Следующий. Елки-моталки. Гранаты только так летят. Давай, сейчас сделаю, блин. Мало не покажется. Ты кто такой? Здоровяк. Нифига их там. Время. Валите, суку! Не надо меня валить, не надо. Из-за непонятных сворачиваний игры меня опять убили. Все меня дезориентировало. Придется опять начинать заново. Так, надо в самую гущу туда кидать, чтобы более эффективно было. Черт, кто-нибудь помирать вообще собирается или как? Не могу прицелиться. Сами себя, что ли, уже убивают? Так, время. Ребята, ловить. Матрица. Ой-ой-ой. Спасибо, не надо мне. Черт. Здоровяк. Так, гранату надо кидать. Да, что-то я тут немного... Да умрешь ты, нет. Все, время кончилось. Всего 70 очков. Маловато. Ладно, попробую еще. Ну все, повторно получилось. Хотя бы 150 очков заработать. 190 у меня. Да, но эти задания нужно выполнять, конечно, и... Подробно изучив локацию, где все бочки с временем, как лучше кидать гранат, чтобы как можно больше зацепить, тогда и эффект будет лучше. Так, едем на задание главное. Так, вот я нашу машинку. Сейчас на ней поедем к Цитре. Что за фигня? Чё ты вышел, парень? Я вроде не просил тебя.
Опять братва, блин, местный. С дороги. Это кажется, вот здесь мы воевали сейчас только что, вот это место. А, ну не зря задание ракеты тут находится. Так, правильно я еду. Значит, мы опять в лагерь. Бежать, бежать, бежать. Храм Цитры. Храм Цитры. Одновременное место поклонения и главный оплот Ракьят. Мне не приходилось бывать внутри, но есть сведения, что эта постройка одна из древнейших на острове. Легенды гласят, что Ракьят наделяет своих воинов огромной силой. Не знаю насчет тебя, но это одна из немногих легенд, в которые я ходил. Ну давайте посмотрим. Джейсон, стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Да ты как здесь, Деннис, уже нарисовался? Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Хотите? За мной. А, понятно, меня бы одного тут, наверное, и не пустили бы. Сюда, не отставай. Да уж, как тут можно отстать, ты так идешь очень медленно. Я могу еще тут отглядеться, вон чемоданчик. Сюда. Что-нибудь свистнуть. За мной. Бегу, бегу. Какие-то ступеньки растут высокие. Здорово, туземцы. Сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Верханди! Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай! Разве в Америке учат говорить без разрешения? Хай Гитлер, блин. Нет, во Франции. Саляпанка Бауа. Если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Когда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храп. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все. Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Какая нахрен сила? Автомат, вот сила. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. Него мой брат. Вас? Я готов на все, чтобы вернуть его. Thank you.
Ариканса Херба. Принеси мне то, что потерял. И мы поговорим. Ух ты! Да, Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. А это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, да, чтобы уж спасти после того, друзей. Как да. Мы тут все пережили. Я думаю, уже не опасно пить всякое зелье непонятной породы. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. О, черт! О, черт! О, здорово, пацаны. Оливер? Кит? Райли? Я чё, мы так медленно идем? Не бежать, не лететь не могу. Опять какие-то видения непонятные. Телепортация называется, мой друг. Фига тут кумар стоит. Вау. Это вообще жесть. Уху. Ты чего такой неласковый, а? Это что такое, он вспоминает свое унижение, что ли? Ты так близок к концу! Давай! Заканчивай! Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. Кажется, я вижу что-то. Впереди светится. Клинок, что ли? Младшего брата Райли.
потом я пошел за человеком в белом костюме. Чувак, только петуха я мне не выбивай. Трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. А я думаю, уже все нашли. Хрен из два, да? Ладно, ладно, уже не есть что. Попрыгать даже нельзя. Смотрите, Bad Town. Плохой город, что ли? Где этот Bad Town? Слава богу, может телепортнуться.